Приветствую вас. И, наверное, для начала нужно решить причину, по которой вы расстались. Что способствовало тому, что вы разорвали свои отношения? Почему так случилось? Почему вы расстались? Каковы были причины? И можно ли эти причины устранить? То, что вас к нему тянет, говорит о потребности в нем. И, конечно, эта потребность, она может быть самой разной, начиная от потребности вашей, личной, связанной с какими-то своими желаниями, и заканчивая потребностью в том, чтобы быть с этим мужчиной, делать его счастливым, принимая его, по сути, таким, какой он есть. То есть здесь момент в том, чтобы понять, вот вас к нему тянет, а тянет это означает, вы хотите с ним быть. Но почему вы хотите с ним быть? Для чего вы хотите с ним быть? Получаете ли вы что-то от того, кто находится рядом с ним, или получает он? Вот же вопрос. Если получаете в основном вы, то имеет место желание лично ваше. Если получает он, то имеет место желание, именно связанное с отношениями, когда хочешь направлять свою энергию на человека, делая его при этом счастливее. И вот когда и если вы дадите ответ на эти вопросы, вам станет более понятно, что же, собственно говоря, нужно делать. Потому что, если причины, по которым вы расстались, не устранить, то, естественно, вновь и вновь будет происходить это событие. То есть вновь и вновь вы будете расставаться. Если вы будете стремиться к нему ради своих желаний, то опять же вновь и вновь будет происходить так, что несмотря на расставание, вы будете тянуться к этому мужчине все равно. И поскольку вы тянетесь к нему, потому что вам что-то нужно, то вы рискуете попасть от него в зависимость. Зависимость любовную. И зависимость лишит вас свободы. Ну как, любая зависимость. И вот, чтобы уберечь себя от вот этих вот ситуаций, которые генерируют негатив, то есть потенциально опасных для вас ситуаций, чтобы этого избежать, и нужно для себя прояснить означенные мной моменты. И тогда уже принимает решение, что делать. Либо жить дальше, пытаясь построить новые отношения, либо стремиться к молодому человеку и стараться сохранить отношения с ним. Решать здесь только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.